Здравствуйте, друзья! 12 января, Турция, Анталия, рынок Чаршамба. Сегодня мы были на рынке Чаршамба и довольно много закупили продуктов. Давайте посмотрим, что сколько стоит и какие актуальные цены с конвертацией в рубли. Итак, начнем по порядку. Картошка. У нас вышло 4 килограмма на 20 лир. То есть 1 килограмм стоит 5 лир. Или же 27 рублей. В сумме получилось 108 рублей. Дальше у нас идет масло оливковое. 1 литр 40 лир или 215 рублей. Кабачки. 2,5 килограмма 12 лир или 65 рублей. Свекла. 1 килограмм 5 лир 27 рублей. Морковь. 1,5 килограмма 6,5 рублей, 6,5 лир или 35 рублей. То есть 1 килограмм стоит 5 лир или 27 рублей. Дальше у нас идет апельсины. Апельсины вкусные, нам дали их попробовать. Здесь у нас 4 килограмма на 10 лир, то есть 54 рубля. 1 килограмм стоит 2,5 лиры, но это... Продавцы предлагают, так сказать, оптом. Если брать в розницу 1 килограмм, он будет стоить 3 лиры. Лук репчатый. В этом пакете 3,5 килограмма на 10 лир или же на 54 рубля. Дальше у нас здесь лук зеленый на 5 лир или же 27 рублей. На рынке их его берешь. Просто сколько нужно, он там лежит в ящиках. Дальше у нас идет 2 пучка укропа на 5 лир. То есть один пучок стоит 2,5 лиры. В сумме вышло на 27 рублей. Капуста. Одна штука. 2 лиры или же 11 рублей. Мед. 2 килограмма. 90 лир или же 485 рублей. Дальше мы вышли с рынка и зашли в магазин напротив. Там мы взяли яйца XL, это самые крупные яйца, 60 штук 76 лир. Или же 30 штук будет 38 лир. Все в сумме обошлось в 410 лир за 60 штук. Общая сумма вышла 281,5 лиры, или же по курсу на 12 января 1520 рублей. Итак, вот такой обзор цен. Это актуальные цены на 12 января, и скорее всего они будут актуальны еще несколько дней как минимум. Если вам понравился этот выпуск, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!